Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Тема нашої розмови – історична пам'ять та її вплив на політичне сьогодення. З нами депутат Європейського парламенту від Словаччини Мирослав Радочевський та керівник Дніпропетровської обласної організації політичної партії «Опозиційна платформа «За життя» Геннадій Гуфман. Мирослав Радачовський, депутат Європейського парламенту від Словаччини. Освіта – університет імені Павла Юзефа Шафарика. Доктор наук у галузі права. Протягом довгих років працював суддею. У 2019 році обраний до Європарламенту як депутат, опікується соціальними питаннями. Одружений, виховує двох синів. Хобі – верхова їзда. Геннадій Гуфман – політик та громадський діяч. Має вищу економічну освіту за спеціальністю економіка підприємства. У Дніпрі та області ініціював понад 10 масових соціальних проєктів. З грудня 2019 року очолює Дніпропетровську обласну організацію політичної партії «Опозиційна платформа «За життя». Одружений, виховує 4 дітей. Хобі – історія, література. Господа, я рад приветствовать вас в нашей студии. Ну, сегодня такая трагическая дата, 22 июня, ровно 79 лет назад, фашистская Германия, нацистская Германия напала на СССР, на Советский Союз. Вот ваше отношение к этой дате, наверное, господин Мирослав, начнем с вас. Ну, пока нападение на Советский Союз, на бывший Советский Союз, это надо помнить, потому что я скажу так, я из Словакии, из Словацкой республики. Но правда такая, что во время войны Словацкая республика была сотрудником Третьего Райха, Третьей Риши. И тоже два словацкие дивизии, фашистские дивизии, они были высланы на Восточный фронт, и вместе с Германией они вступили на 22 июня на территорию России. Это историческая правда, но сказать надо и другое. С этих дивизий, которая одна дивизия была на Кавказе, вторая дивизия была в Берлюсе, 90% солдатов и офицеров переходило на другую сторону. Они не хотели воевать против славянским братам. Это историческая правда. Антифашистское движение. Все уезжали со стороны, сколько людей, потому что словацкий народ никогда не имел хорошее отношение к фашизму. И словацкий народ, и чешский народ, это бывшая Чехословакия, всегда имел хорошее отношение к России, к Украине, ну и к славянским народам. Это я не жил, но я знаю это от своего отца, я это знаю от своего дяди, я это знаю от своих близких. И я хотел бы, когда мне возможно сказать другую вещь. Не была только Вторая мировая война, существовала и Первая мировая война. А во время Первой мировой войны словаки, чехи и другие славянские нации, они были нужны воевать в австрийско-венгерской армии. И они тоже были высланы на Восточный фронт. И тоже, это мои деды, прадеды. Прадеды, когда пришли здесь, 90% они и шли в плен. Они не хотели против славянским братам никогда воевать. Это так. Но это так, это значит, что славянские народы, я буду говорить о словацком и о чешском народе, и тоже болгарские народы, у них всегда было хорошее отношение, и так и этот день, как сказать, этот день был днем нападения Советского Союза, нации бывшего Советского Союза, никогда с этим не согласили славянские народы. Да, Геннадий Леонидович, к вам тот же вопрос, в общем-то, 22 июня. Ваше отношение? Мое отношение к 22 июня. Сегодня, знаете, очень много пытаются изменить или писать, переписать в нашей истории, но для меня
очень, знаете, показательна и важна, знаете, позиция нашего гостя. Когда я слышу от него о том, что сегодня в Европе с большим уважением относятся к памятникам советскому солдату, да, к памятникам там, Красной Армии, скажем, на территории Европы с большим отношением, чем на, у нас на родине. Когда я слышу от него о том, что нам должно быть стыдно, стыдно за то, что сегодня возле памятников советскому солдату, возле памятников солдату там, советской армии, которые были там русские, украинцы, белорусы, евреи, грузины, что есть возле этих памятников в Европе больше цветов, чем у нас в городе, да, мне действительно стыдно. И я вот это вот отношение, знаете, как бы, ну, не просто стыд, а вот стыд, который должен изменить что-то, да, то есть я хочу этим поделиться, поделиться сегодня здесь в студии, то есть тем, что буду делиться, ну, то есть и прошу делиться всех своих там единомышленников. Вы это связываете чисто с политикой. Поэтому, если говорить о 22 июня, это, знаете, вот для нас это действительно очень важная дата, значит, каждый народ все-таки должен говорить о той войне с гордостью или со стыдом, в нашем случае с гордостью, говорить о той войне, в которой он принял участие. А для нас это была не Вторая мировая, а для нас это было действительно 22 июня, 9 мая. Для нас это была действительно Великая Отечественная война, потому что все-таки речь шла о войне, в которой, в принципе, то есть наш народ, то есть это, ну, наш народ и наша территория должна была стать территорией там, порабощения и чуть ли не тотального уничтожения. Поэтому действительно война отечественная, война священная, даты для нас эти важны. Важны, ну, то есть не как промежуточная дата там, во Второй мировой войне, а действительно дата начала Великой Отечественной войны, войны, в которой наш народ был втянут не по своей воле, и при этом, несмотря на тяготы, лишения, невзгоды, закончил эту войну действительно сокрушительной победой, которой мы должны гордиться, и о которой с благодарностью говорят люди в Европе. Ну, если уже говорить о том, что, то есть, для нас действительно важно, о чем говорят, что говорят о нас в Европе. И действительно, если нас, для нас это важно, то мы должны знать правду о том, что говорят, как относятся к нашей истории. Поэтому я еще раз хочу сказать огромное спасибо. И во время сегодняшней нашей передачи еще не один раз буду говорить спасибо огромное Мирославу именно за то, что он показывает нам отношение к нашей истории. Да. Иногда более яркое и честное, чем мы сами. Кстати, Мирослав, вот хотел уточнить, почему 22 июня именно Днепр? С кем успели пообщаться? Как вам вообще наш город? Но я бы хотел еще что-нибудь это сказать. В Европе есть такая дискуссия в времени, кто начал войну, почему начала война, пакт Молотова-Риббентроп, да? Я думаю, что я должен, я прав сказать одну вещь. Я из бывшей Чехословакии. Война начала Мниховским договором, когда Великобритания, Франция, Италия вместе с Гитлером без Чехословаков они сделали Мниховский договор и разорвали мою страну. Чехия была протекторат Германии, Словакия была фашистическая Германия. После этого был то пакт Молотова-Риббентроп. Война начала в 1938 году. Это так, это историческая правда. И другое я бы хотел сказать. То, что сказал мой друг Геннадий. В Европе официально уже говорится и в Европейском Союзе, что победа над фашизмом, победа над нацизмом, это победили. Но они уже не говорят теперь, что Советский Союз или русские говорят официально Красная Армия и армия англо-американская. Это значит, уважают во всей Европе представители, чиновники, государственные окончание войны и победу над фашизмом в сотрудничестве Красной Армии и англо-американской армии. Да? И я не хочу, я на
территории не чужой, но братской страны. Мне не надо вмешиваться, что здесь это я не хочу, тогда это так говорить. Но извините, друзья, извините, когда я плохо скажу. У нас памятники и могилы красноармейцев, Красной армии, уже лучше, чем здесь. Там всегда цветы. Там всегда мы поклонимся, когда Дни Победы. Мы очень уважаем Красную армию, что нас освободила. Да? Ну а когда сказать лично? Лично это для меня великий день. Почему? Надо... В декабре этого года у моего отца было бы 100 лет. Да? Он родился в декабре 1920 года. Ему было 24 лет, когда он, как боец чехословацкого армейского корпуса вместе со стрелковой дивизией, они были в составе, освобождал Киев. У него есть и награда крест Богдана Хмельницкого. И он мне это много разговаривал, как воевал здесь, как был Днепр. Можно гулял, можно и спел с людьми этими, с этими украинскими, русскими, армянскими и всякими. И для меня это, когда я здесь никогда не был. Когда я днес ходил около Днепра и гулял, я смотрел и думал, еще мой отец здесь был, воевал за свободу Украины, за свободу Советского Союза, но и за свободу человечества, я скажу. Это я этим гордюсь. И я очень рад. И спасибо большое господу Геннадию и всем, что меня приняли. И я об этом, что я здесь видел, видел хороших людей, видел все. Я это буду говорить дальше в Европейском парламенте. И я буду, мои усилия будут тогда в том, чтобы эта память всегда существовала. Но что еще сказать? Когда я бы имел лучше русский язык, я бы сказал больше, но я скажу только сказал. Это все. Когда хотите спросить, пожалуйста. Да, Геннадий Леонидович, вот в контексте этого хотел бы спросить. Уже несколько лет вы проводите такую акцию, как «Спасибо за жизнь». Такой проект у вас. Вот, в принципе, до сегодняшнего дня вы возлагали цветы к известным памятникам, к малоизвестным. Можно ли считать это продолжение, собственно, проекта, который приурочен к 9 мая? Знаете, то, что мы делаем, это скорее, знаете, не проект и не продолжение нашего проекта. Скорее, проект – это продолжение нашего отношения. Те проекты, которые мы создаем, то есть в том числе и проекты, о которых мы говорим «Спасибо за жизнь» или «Дякуємо за життя», да, это вот проект, это просто выражение нашего отношения. И сегодняшние события, и то, как мы вместе там с тысячами жителей нашего города праздновали День Победы, да, и какие-то вот даты, там, и День освобождения нашего города, День освобождения Украины. Это вот все-таки, это наша дань уважения. Это самое малое, что мы можем сделать. То, что как мы пытаемся там ухаживать за памятниками или ну, в любой другой форме выражать свое отношение, это самое малое, что мы можем сделать в благодарность тем, кто действительно помог сохранить нам жизнь, сохранить нашу страну. Вот, ну, то есть, поэтому спасибо за жизнь, дякуємо за життя. Это скорее, знаете, не акция, не праздник, и сегодня не продолжение его, а это скорее вот выражение нашего отношения, нашей благодарности. И я понимаю, я слушаю там, сегодня Мирослава, я понимаю, что мы еще очень мало сделали для того, чтобы да. Вот, по-настоящему там, продемонстрировать свое да. отношение. Внутри гораздо больше, да? Да, кстати, Мирослав, в контексте этого хотел бы спросить, что в Европе политики вкладывают, в частности, депутаты Европарламента, в понятие исторической памяти? Историческая память, по-моему, такая, что нужно было воевать против фашизма, нужна была победа, это хорошее, но есть разные мнения. Я не знаю, если это дезинформация, информация. Как-нибудь кому хочется. Кто начал войну? Некоторые говорят, это была война идеологии. Это была война коммунизма против фашизма. Я думаю, что это так не было. Мой отец, которого уж нет, и дальние бойцы
с которыми он воевал здесь на территории Украины и на территории Руси, они воевали против фашизма. Они не думали, кто коммунист, они не думали, кто так и кто так. И однако это была борьба за родину, борьба за свободу. Но я думаю, что это надо об этом говорить. Это есть взгляд такой. Но я еще бы хотел одну вещь сказать. Надо думать об этом, что угибло 30-25, не знаю сколько, славянов в этой войне. Некоторые воевали, это были русские люди, это были сербы, это были хорваты, это были и другие национальности. И не надо забывать на то, что было убито в концлагерях 6 миллионов евреев. Да? Я не еврей, я словак. Но я думаю, что теперь, ну не в Восточной Европе, но более в Западной Европе, такие маленькие, небольшие движения, антисемитские, да, это плохо. Это плохо, потому что в 21 веку не нужно делить людей на еврея, не еврея, крестьянина, не крестьянина. На то тоже надо помнить. Но я что бы хотел? Я гордюсь этим. Нужно это сказать. Словакия, маленькая страна, но на первом месте в мире, который ему израильский наград, как это, не знаю, как это сказать, справедливый между народами, что наиболее неевреев сохранило во время войны евреи. Это Словакия. Праведники мира. Да, это так, это история. И я должен это здесь сказать, потому что я с этим гордюсь, потому что я словак, да. Это тоже надо помнить. Надо помнить, что не надо в мире, не надо в Европе, потому что 21 век разделять Европу на восток, разделять Европу на запад, разделять Европу какими-то-нибудь ракетными базами. Все проблемы надо решить договором, но надо решить дипломатически, без оружия. Потому я думаю, когда в 2050 году посмотрят на историю, наши праправнуки, они скажут, что в 1920 году здесь были какие терминаторы, какие сумасшедшие люди, которые ходили в танках, которые по себе стреляли. Это не нужно. Я помню, моя генерация, вы уже молодше меня. Я помню годы, когда было movement, движение hippies, например. Был Джон Леннон, был протест-сонги, были Imagine. Это было красивое движение за peace of the world, за мир во всем мире. Но сегодня этого как я не вижу. Как я вижу, что эти националисты, эти консервативцы, эти либералы, эти таки. Но где это как мы вернулись в истории. И мне как славяну, я нужно сказать одну вещь, это ваше, нужно ведь. Это как некрасиво. Хорват воюет в очи сербу. Серб в очи тому, украинец в очи русскому, украинец в очи украинскому. Это где? Мы вернулись в истории. Мы вернулись. Это как? Ну, это. Но я все требую все сделать. Когда у меня есть такая команда, у меня есть ассистенты, у меня есть молодые люди, потому что я уже старый. Да? Молодые, я молодых людей около себя хочу, которые бы мои идеи. Эти идеи, которые я говорю, по мне кто-нибудь нес. Я не знаю, это моя мечта, я не знаю, где это удастся. Но надо step by step. Но были Мартин Лютер Кинг, I have a dream. У меня такая мечта. Это все, что я бы сказал. Геннадий Леонидович, историческая память в Украине, что это? Не знаю, что такое историческая память. Она, ну, в принципе, есть просто память об истории. Она может быть удобной, она может быть неудобной.
Она, может быть, кому-то нравится, а кто-то, может быть, с ней не согласен, но она одна. Есть история, есть память, и не надо ее просто пытаться переписывать, заменяя вот память историческую на память удобную. Память историческую нельзя менять на память политическую, знаешь, да. В любые годы каких-то сегодняшним, сиюминутным каким-то нам задачам, потому что историческая память, она все равно, ну, она останется, а за то, что мы делаем сегодня, или за то, что с нашей памятью пытаются сделать сегодня, будет стыдно. Вот, наверное, так. Да, ну вот я хотел бы перейти к политической части нашего разговора. В частности, многие говорят сейчас о местных выборах, которые должны пройти в октябре нынешнего года. Будем надеяться, что они все-таки пройдут, несмотря даже и на коронавирус, на другие неприятности, которые мы имеем в Украине. Вот с точки зрения евродепутата, какие европейские ценности необходимо прививать в плане местного самоуправления в Украине? Я не понял, Ценности местного самоуправления. То есть, да, то есть вот нас много говорят о децентрализации, допустим, да, вот да. Насколько в Европе, в Словакии, в частности, да, децентрализована власть? Я скажу вам, это личное мнение. Я теперь не буду говорить как евродепутат, я скажу лично это мнение, в чем проблема на Украине. Проблема на Украине явится то, что какое. Нехорошая ситуация на востоке, это до Украины. Мое личное мнение, как я. Я из бывшей Чехословакии. Когда была проблема между... Она не была большая проблема. Между словаками и чехами была какой-нибудь анимозит или то. Ну что? Умные люди говорили, ну что, ну надо сделать федерацию. И была Чехословацкая федеративная социалистическая республика. Оборона вместе, финансы вместе, зарубежная политика вместе. И все хорошо и шло. Но я думаю, когда есть какой-то проблем на какой-то территории, не только на Украине и в России, например, в Косове, но надо сделать так, что я говорю с этими людьми, что сделать, что вы хотите. Как федерация, это хорошая форма. Каждая страна, каждое правительство нужно с людьми говорить так, чтобы не хотели отойти из страны. Да? Но я думаю, что это такая проблема, потому что Евросоюз, это восточное партнерство, мы... По моему мнению, все мы бы хотели, чтобы Европа была вместе. Потому что Европа – это Европа. Европа – это Урал. Так, это не выход за Запад, выход за Восток, за Запад. Эту проблему, когда вам бы удалось решить. Это мое личное мнение. Удалось так, чтобы здесь не было конфликта. Чтобы вы договорились. Но красная страна, большая страна. Когда это бы было очень хорошо для весь мир, не лишь для Украины, когда бы вы договорились и с Русской Федерацией, это страна, где вы жили только. Например, я вам скажу, Словакия 900 лет были во Словакии венгеры. Словаки, они язык не был, ничего не было. Но потом мы стали самостоятельны. Сегодня нет проблем между венграми и мной, это было все. Это была история. Но мы будем всегда говорить, был здесь Наполеон и француз, это враг. Но это был, ну так был Наполеон, как и враг. Да. Господин Мирослав, вынужден вас прервать. Буквально 5 минут у нас остается. Геннадий Леонидович, проблем местного самоуправления в Украине. Как видите их вы и вот в чем они состоят, собственно? Проблема, знаете, как в любом деле. Насколько честно и искренне ты этим занимаешься, и насколько ты готов этим заниматься профессионально. Когда мы говорим о местном самоуправлении, как и любом другом управлении, вопрос действительно знаний, опыта и желания, действительно искреннего желания что-то менять к лучшему, а не, знаете, заниматься постоянно каким-то отвлечением на негодные объекты. А как вы относитесь, в принципе, к идее переноса местных выборов? В частности, правящая партия муссирует этот вопрос. Ну, я пока там, ну, я не вижу пока никаких предпосылок для переноса местных выборов.
Ну, я не понимаю, что даст и кому может принести пользу перенос местных выборов. Угу. А какими полномочиями должны обладать местные депутаты, местные мэры? Они должны быть расширены, вот именно полномочия местного самоуправления и к понятию децентрализация. Как вы относитесь? Я не могу сегодня даже, знаете, как бы оценить, достаточно ли тех полномочий, которые сегодня есть в распоряжении депутатов местных и местных советов. Я понимаю, что даже имеющимися полномочиями сегодня там, мы пользуемся недостаточно. И я очень надеюсь, что, ну, скажем так, получив большие возможности, или точнее, получив право пользоваться этими возможностями, покажем действительно там свою эффективность в решении задач. Всегда можно говорить о том, что мне не хватило полномочий, мне не хватило права, мне не хватило возможностей, мне не хватило денег, мне что-то не дали. Знаете, как старые истории про украинский футбол, как если что-то не по-нашему, значит нас засунили. Да нет, просто мы пока еще, то есть на самом деле, дайте возможность, а все остальное мы докажем, что и при сегодняшних полномочиях можно сделать очень много хорошего. Да, кстати, господин Мирослав, как вы оцениваете развитие местного самоуправления в Европе, ну, в частности, в Словакии? Потому что Европа все-таки разная. Да, как сказать, не понимаю. Развитие уровня местного самоуправления. Местного самоуправления. Да. Я бы... но о местном самоуправлении я говорил только мало. Я говорил с Геннадием, но я думаю, что... Нет, я так... Так и профессионалы, это... Мне нужно бы было здесь дольше час проговорить. Да, я бы на самом деле, Андрей, да. Я бы на самом деле, знаете, все-таки сегодня, 22 июня, мы хотели бы говорить не о выборах, не о местном самоуправлении, а действительно о отношениях к этим датам, отношениях к нашей истории. Мы сегодня хотели бы говорить не о выборах и не о предвыборных обещаниях. Мы хотели бы сегодня говорить, знаете, не о должностях и возможностях, а мы хотели бы говорить именно о правильном отношении к нашей истории, к нашим датам, к тому, что было, и к тем урокам, которые мы из этого должны извлечь. Да, кстати, президент Зеленский сегодня никак не отреагировал 22 июня. Ваше отношение к этому? Во всяком случае, вот на теперешний час никакой информации по этому поводу не проходило. Это нехорошо. Смотрите, это тоже, знаете, то есть, когда мы не умеем извлекать уроки из истории, когда мы на самом деле делаем вид, что этой истории не было, знаете, есть как бы уже там часто повторяющаяся там последнее время там как бы фраза, когда если мы начинаем забывать свою историю, историю предыдущей войны, то, к сожалению, тогда новая война да. напоминает нам об этой истории новой кровью, новыми. То есть и мы вынуждены искать все-таки, появляются новые герои для того, чтобы мы все-таки не забывали. Но я не хочу ничего говорить об Украине, потому что это братская страна, но я здесь, это внутренние вещи. Но я могу точно сказать, на Словакии было бы невозможно, чтобы президент не вспомнил на этот день начала войны. Чтобы президент не участвовал в какого-то события, окончания войны, чтобы президент не дал цветы, это было бы невозможно. Но это мое мнение, да, это вещи Украины, это мне, я скажу, как на Словакии. Все-таки финализируя наш разговор, те идеи, которые вы, скажем так, несете в массы, оппозиционная платформа «За жизнь», понятно, что вы с ним будете идти в местные органы власти, в городской совет, в областной совет. Кандидат в мэры Днепра будет от ОПЗЖ? Вы все-таки все равно... Ну, не могу не спросить, местных. Или все-таки интрига покажется сохраняется? Пока интрига, но я вам скажу, знаете, мы сделаем все, что необходимо для того, чтобы иметь возможность защищать интересы наших сторонников. Мы сделаем все для того, что будут ждать от нас наши избиратели. Если от нас захотят видеть походы на мэрские выборы, значит, он будет. И кандидатом будет тот, кого захочет видеть как можно большее количество наших сторонников.
Будем ждать. Да. Это будет интересно. Спасибо за этот разговор. Вы не остается уже времени. Да. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з депутатом Європейського парламенту від Словаччини Мирославом Радочовським та керівником Дніпропетровської обласної організації політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадієм Гуфманом. На все добре.